На 4 дня Омская область стала центром проведения первенства Сибирского федерального округа по художественной гимнастике. Сильнейшие гимнастки Сибири из 9 субъектов Сибирского федерального округа соревновались в индивидуальных упражнениях и групповых. Омскую область представили сразу 5 сборных команд, 2 из которых завоевали золото и серебро в групповых упражнениях. Девочки прибавляют в мастерстве, очень много тренируются. Во-вторых, конечно, у нас замечательные постановки, у нас ставят нам программу великих, ну не великих, но знаменитый хореограф сборной команды России Ирина Зиновка. Поэтому мы всегда отличаемся интересными, сложными очень композициями. В декабре этого года произошла замена одного из состава Омской области. 2 гимнастки перешли в юниорскую сборную. Их удачно сменили Елена Кокина и Анастасия Бозолева. Вскоре спортсменкам предоставилась возможность показать себя уже в новом составе на первенстве Сибири. Неоспоримым доказательством успеха стала золотая медаль в групповых упражнениях с мячом. Нам, конечно, помогли наши девочки Лена Лузган, Алина Шарапова, Анфиса Зайцева. Анфиса Зайцева у нас капитан команды, она подсказывала, что где не получалось. Показывала, как правильно делать. Лена Лузган тоже нас обучала, говорила, что там так надо делать, там так. То есть все помогали нам, и мы быстро поэтому справились. В групповых упражнениях с лентой очень изящно выступила еще одна омская сборная, обеспечив себе 2-е место. Наша сплоченность в команде, это очень хорошо, мы друг друга поддерживали. И наш тренер нас сегодня похвалил, сказал, что мы хорошо сделали и достойно выступили. Необыкновенная легкость и виртуозность наших гимнасток давно стали их своеобразной визитной карточкой. По итогам соревновательных дней 6 омских граций уже отобрали в состав сборной Сибирского федерального округа. И в начале февраля будут выступать на первенстве России в городе Казани.